8 номер. Время, отведенное на разминку, истекло. Номер 8. Арен Еванян. Первый подход. Иван-Ян, первый подход. Вес засчитан. Заявляет ко второму подходу 5 килограммов. 75 гештанки. Арену Еваньяну дается 2 минуты. Вес установлен, номер 8, Еваньян Арен. Второй подход. Микрофон работает. Третьему подходу заявляет 2 килограмма прибавки, 77 вештанки. Готовится Геванян. Дается 2 минуты. Вызван Геванян к третьему подходу к весу 77 килограммов. К весу 80 килограммов. Готовится номер 2 Чернов. Thank you.
Удачный закончил выступление в рывке 75 килограммов. Две штанги 80 килограммов. Готовится номер 2 Чернов. Вес установлен номер 2 Чернов Александр. Первый подход. Готовится номер 3 Щербаченко. Таков заявочный вес. Ко второму подходу делает Чернов. Номер 3 Щербаченко Денис. Первый подход. А к весу 85 готовится номер 7 Попов Андрей. Вес засчитан. Заявляет ко второму подходу 85. Две штанги 85 килограммов. Вес установлен. Номер 7 Попов Андрей. Первый подход. Готовится номер 3 Щербаченко. Подход неудачный. Тренеры попросили почистить гриф. Будьте любезны, почистите гриф, ассистенты. Условия тренера выполнили. Продолжаем соревнования. Номер 3. Щербаченко Денис. Второй подход. Готовится номер 7. Попов Андрей. Вес засчитан. К третьему подходу заявляет 90 килограммов. Номер 7. Андрей Попов. Второй подход. К весу 87 килограммов готовится ко второму подходу. Чернов.
третьему подходу Попов заявляет 90 килограммов. Вес штанги 87. Вес установлен. Номер 2, Чертов. Второй подход. К весу 90 килограммов готовится к первому подходу номер 5, Литвинов Николай. Чернов заявляет к третьему подходу 92 килограмма. Вес штанги 90. Вес установлен номер 5. Литвинов Николай. Первый подход. Готовится номер 3, Щербаченко, к третьему подходу. Подход неудачный. У Литвинова имеется 2 минуты на отдых. Литвинов, второй подход. Щербаченко номер 3 готовится к третьему подходу. Литвинов перезаявляет вес на второй подход 92 килограмма. Номер 3, Щербаченко, третий подход. Готовится номер 7, Попов. Удачный, закончил 85 килограммов рывок. Номер 7, Попов Андрей, третий подход. К весу 92 килограмма готовится номер 5, Литвинов Николай. Вес засчитан. Закончил рывок 90 килограммов. Вес штанги 92. Готовится Литвинов. Вес готов. Литвинов Николай, третий, второй подход. К третьему подходу готовится номер 2, Чернову. Вес засчитан.
третьему подходу заявляет 97 килограммов. Номер два, Чернов Александр, заканчивает свое выступление в рывке. К весу 97 килограммов готовится номер 5 Литвинов. Использовав все три подхода, закончил свое выступление в рывке с результатом 92 килограмма. Две штанги 97. Уважаемые спортсмены, 77 килограммов. Между рывком и толчком будет объявлен перерыв 10 минут. 10 минут между рывком и толчком. Вес установлен, номер 5, Литвинов Николай. Третий подход. К весу 100 килограммов готовится номер 1, Рысляев Дмитрий. Подход неудачный, закончил 92 килограмма. Вес штанги 100 килограммов. Шестой номер Геворгиан начинает свое выступление со 112 килограммов. Таков его перезаявочный вес. Вес установлен, номер 1, Рысляев. Первый подход. Номер 1, Рысляев Дмитрий, второй подход. Прошла минута.
вес засчитан. Дмитрий к третьему подходу заявляет 102, установить вес штанги 102 килограмма. Номер один. Разделяю Дмитрий, третий подход. Разделяет Дмитрий, перезаявляет вес в третьем подходе на 105 килограммов. Установить вес штанги 105 килограммов. Вес установлен. Номер один. Разделяю Дмитрий. Третий подход. К весу 110 килограмм готовится номер 4. Матвейко Артем. Вес засчитан, закончил рывок с результатом 105 килограммов. Вес штанги 110 килограммов. Готовится номер 4 к Матвееву Артем. Вес установлен, номер 4 Матвейко Артем. Первый подход к 115 готовится номер 6 Георгиану. Вес засчитан. Матвей Кольтем заявляет 115. Установить вес штанги 115. Готовится номер 6 Георгиан. Вес установлен, номер 6 Георгиан. Первый подход.
неудачный. Номер 4. Матвейко Артем. Второй подход. Готовится Георгиан. Защита. Матвейка заявляет третьему подходу. 118. Номер 6. Георгиан. Второй подход. Вес засчитан. Вес штанги 116. Георгиан. Сколько? 18. Заявляет также вес. Георгиан, вес штанги 118. Готовится номер 4 Матвиенко. Матвейка, извините. Вес установлен. Номер 4. Матвейка Артем. Третий подход. Закончил выступление в рывке с результатом 115 килограммов. Номер 6. Георгиан. Третий подход. Вес засчитан. Закончил свое выступление в рывке с результатом 118 килограммов. Решение жюри вес не засчитан. Я бы даже почему суть не смотрю. Извините, рано объявил. Решением жюри вынесен приговор Георгиану, что зачтен вес тройкой, отменен, закончил свое выступление в рывке 115 килограммов. Объявляется перерыв. Вес засчитан. 127 штанги, заявляет ко второму подходу Рысляев. Установите, пожалуйста, 127.
Вес установлен. Присоединяем второй подход. Расселяем стоп, перезаявляем вес на 130 килограммов. Вежданки 130. Вес установлен. Расселяем Дмитрий, второй подход. Прошла минута. Подход неудачный. Имеется 2 минуты у Дмитрия для отдыха. Расселяем Дмитрий. 3-й подход. К весу 135 килограммов готовится номер 4 Матвейка Артем. За ним пойдет Геворгян Самвел. Я прошу извинения за неправильное произношение фамилии Самвела Геворгяна в рывке 2 руками. Перезаявка 131. Установите вес штанги 131. Вес установлен, расселяю Дмитрий, 3-й подход. Внимание представителей и участники весовых категорий 85 и 94. Вы будете представлены в 12:30.
подход неудачный, закончил 125, установить 135. В сумме твоей бори набрал 230 килограммов. Первый разряд. Вес установлен. Номер 4. Матвей Кольтем. Первый подход. А номер 6. Самвел Геворкян. Перезаявляет свой первый начальный подход со 135 на 140. Вес засчитан. Матвейка ко второму подходу заявляет 140, вес штанги 140 килограммов. Готовится Геворкян Самвел номер 6. Самвел Геворкян, первый подход. Готовится Матвейка. Вес засчитан. Заявляет ко второму подходу Геворкян 145. Номер 4. Матвейка Артем. Второй подход. Дмитрий Рослеев занял третье место. Вес засчитан. Заявляет Матвейка 145. Вес штанги 145. Готовится Геворкян. Внимание, тренеры и участники весовой категории 85-94. Представление будет в 12:30. Представление участников 85-94 в 12:30. Геворкян. Второй подход. Вес засчитан. Матвейка перезаявляет на вес 146. Вес штанги 146.
146 установлен. Матвей Артем. Третий подход. Идет очень упорная борьба за первое место. Сейчас вышел Матвейка. Вперед. Толкать нужно 147 Геворкяну. 147 Ештанге. Вес установлен. Номер 6 Геворкян Самвел. Третий подход. Для победы ему нужен этот и только этот вес. Призерам и победителям весовой категории 77 килограммов никуда не расходиться. Сейчас же будет награждение. Он закончил толчок 147 килограммов и набрал в сумме двоеборья 262 килограмма, опередив на 1 килограмм своего соперника. 261 килограмм занял Матвейка Артем. Он награждается дипломом и медалью серебряной. Победителем стал Самвел Геворкян с результатом 262 килограмма. Награждается медалью, дипломом и ценным денежным призом. Тренер победителя Беззубов. Награждается дипломом спорткомитета Москвы. Для истории, пожалуйста, фотография на память.